Биткоин инвесторов не слишком заботит возможный крах биткоина. Таков результат исследования американской компании из Нью-Джерси, которая изучала тему предоставления кредитов частным лицам. По результатам исследования инвесторы будут продолжать торговлю цифровой валютой с использованием заемных денежных средств. Были опрошены почти 700 биткоин-инвесторов. Каждый пятый из них использовал кредитки для торговли биткоином. Большинство опрошенных считают, что инвестирование в биткоин с использованием кредита стоит того, несмотря на банковский процент. Трое из четырех заверили, что инвестиции в биткоин компенсировали процентные расходы.